Компания «Черри» продолжает радовать российских водителей своими новинками. Вслед за кроссовером «Тига 7 Pro», который весьма успешно дебютировал в нашей стране минувшей осенью, до нас докатилась и более крупная «Восьмерка», также с приставкой «Pro». Новый «Черри» «Тига 8 Pro» длиннее обычной «Восьмерки» на 22 мм. У него иная диодная оптика, видоизмененная радиаторная решетка, перелицованные бамперы, оригинальные колесные диски 18 диаметра. Напомним, что «Тига 8 Pro» для России частично копирует китайскую модель «Тига 8 Plus», поэтому интерьер нашей машины не вполне новый. Передняя панель декорирована под алюминий, а вместо 7-дюймовых приборов и 10-дюймового сенсорного экрана медиасистемы поставлены два больших дисплея диагональю по 12 с третью дюйма. Переоформлен и центральный тоннель с селектором коробки передач. Привлекать покупателей «Черри» собирается оснащением. В список включили электропривод передних сидений, полный зимний пакет, панорамную крышу и камеры кругового обзора. Вообще, китайская компания всерьез напирает на премиальность новинки, в отличие от обычной «восьмерки», которую выбирают семьи в качестве трехрядного автомобиля. В России «Тига 8 Pro» предлагается в двух модификациях – с двухлитровым мотором и вариатором, как у предшественника, и новой связкой турбодвигателя 1.6 и мокрого робота «Getrac» от премиум-кроссовера «Черри Exeed TXL». Привод пока только передний. Версия с четырьмя ведущими колесами появится ближе к зиме. Появление версии Pro никак не отразится на текущей восьмерке. Она в модельном ряду останется. До конца текущего года также задвоятся кроссоверы Tiggo 2 и Tiggo 4. Китайцы привезут Pro-версии и этих моделей. Идея в том, чтобы предлагать по две машины в сегменте. Почему эта стратегия именно таким образом выглядит, потому что модели обновляются очень быстро, и как бы старые не успевают устаревать просто, да, и глупо выводить модель, которую ты запустил год назад, которая еще в полном расцвете сил, поэтому она оставляется с обычным индексом, а новая выходит с индексом Pro. Чтобы кроссоверы друг с другом не конкурировали, их разведут по цене. Старая восьмерка стоит 1 750 000, Cherry Exeed TXL от 2 000 000 с четвертью. Предположим, что новый Tiggo 8 Pro клинится между ними по цене около 2 000 000. Пока «Черри» принимает только предварительные заказы, а официальные цены раскроет 18 марта.